Программа «Дневной разворот» начинается. Владимир Сметанин. Яна Лапшина. 11 часов 1 минута в Кирове. До 12.45 по традиции продлится «Дневной разворот». У нас совершенно разнообразные темы сегодня. Во втором часе будем общаться мы с представителями Вятского художественного музея. Ну, вот конкретный... Повод есть именно сегодня, да? Да, начинается... Воснецовский пленер. Воснецовский пленер. Со всей страны к нам собираются снова живописцы, будут работать в городе, по своему традиционному маршруту проедутся. Ну и кроме того, мы поговорим о том, в каких проектах, в каких конкурсах участвует Вятский художественный музей, чтобы культурная жизнь была насыщенной, плодотворной? Так, все верно? Да, и плюсом еще мы поговорим вообще о том, насколько сложно либо просто культурные организации получить какие-то гранты на развитие э, интересных каких-то проектов. Вообще могут в этом участвовать только крупные какие-то организации, как наш художественный музей. Или есть возможности у более маленьких, скажем так, да, проектов получить какую-то поддержку. Вот об этом будем говорить после 12 часов, но сейчас у нас очень злободневная тема. С одной стороны, вроде как, как подумаешь, вот что обещают, и вдруг сделают, да, так сразу радостно на душе становится. Но вот что-то не дает прям вот поверить до конца. Вот, будем мы говорить про капитальный ремонт. Капитальный ремонт у нас последний год, наверное, идет в связке плотной с юбилеем города, с подготовкой к юбилею города. Да, и мы тему 650 лет как-то поднимаем в ближайшее время. Ну, вот я Хочу тут вставить все-таки 5 копеечек. Давай. Я из недельного отпуска вернулся, так. побывал в Екатеринбурге, uh -huh. на автомобиле с семьей съездили. В следующем году Екатеринбургу исполнится 300 лет. Всего? Да, 300 лет. Петр I, собственно, издал указ об основании города. И вот видно, гуляя по Екатеринбургу, город готовится uh -huh. к юбилею, ремонтируются дороги, ремонтируются пешеходные зоны, перекладывается там центральное место, плотинка, большие вот эти плиты. Насчет ремонта фасадов домов не заметил. Хотя есть что ремонтировать в Екатеринбурге, да? надо признаться. Тоже, да? Да, за 300 да. лет тоже пришел. За, за, за 300 лет, я думаю, да. Немножко что-то там отвалилось надо заниматься этим. Ну что, представляем гостей? Представляем гостей. Виктор Тарасов у нас в студии, генеральный директор фонда капитального ремонта Кировской области. Виктор Владимирович, здравствуйте. Добрый день. И Сергей Улетин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Общественной палаты Кировской области и председатель общественной палаты Сергей Николаевич. Добрый день. Добрый день. Да, мы не просто так собираемся вас, Потому что на прошлой неделе, как я понимаю, как раз было заседание э, группы э, рабочей группы в сфере общественного контроля э, ЖКХ перепутала все, ну ладно. <laughs> в общем, все поняли. Да, в общественной палате. И как раз э, Виктор Владимирович рассказывал там э, о планах фонда капитального ремонта и озвучивал цифры: те цифры, которые, как я понимаю, плановые. Да? и вы со стороны общественной палаты общественники выразили сомнение в том что эти планы осуществимы все так все так и... ну давайте сегодня будем детально разбираться да, да. в позициях которые придерживаются общественной палаты фонд да. капитального ремонта да. давайте Но, мы, мы, эти мы опирались на что мы опирались на простые вещи есть Фонд капитального ремонта, который работает уже несколько лет подряд. У -у -у. Да, сколько там, напомните, 7 с лет по-моему. С 13-го, по-моему, года. Знаю, или 14 -го, с 14-го. Виктор 14 14 14 Владимирович, поближе к микрофону даже. Вот, э, наработан зуб. опыт, и мы видим, что ресурсы примерно одинаковые. Мы видим как, то количество, которое ежегодно удается делать. Поэтому, когда нам еще в марте сказали, еще даже в марте мы первый раз про это говорили, и там цифра была не, несколько меньше, не 1118 домов, угу. а там, существенно меньше, где-то 500. Там. Но мы сказали, что ну, по опыту предыдущих лет мы не верим. Тем более, предыдущие годы были непростые. Помните, все, мы здесь же с вами разговаривали про то, что цены не устраивают подрядчиков. Там, эти вот чехарда была с ценами. И, конечно, на фоне всего этого, ну, действительно, не верится. Но вот... Но обещают. Ну вот. Но очень хочется поверить в то, что тепло... Планы, очень высокие планы будут исполнены. Хочется быть оптимистом, но, но пока не верит. Я вот что-то лично не припомню хотя бы год, когда планы на сто процентов исполнялись по капитальному ремонту. Такого не было, по-моему, за всю историю существования фонда. Так, давайте тогда мы просто к цифрам перейдем. Ну и главное, надо, наверное, там разграничить эти цифры. То есть, ты сейчас восемнадцать домов, Виктор Владимирович, это в целом план на следующий год по капитальному ремонту в области. Наверное, немножко не так. Нет? У нас на сегодняшний день программа на 23-й год еще не утверждена, поэтому цифра, естественно, будет нам с вами понятна после ее утверждения. На сегодняшний день есть понимание, что в рамках краткосрочного периода трехлетнего, 20-22, а сейчас это уже планы перед 21-23, соответственно, цифра была где-то около там, 2000 домов, которые угу. были расписаны на те или иные годы. На сегодняшний год у нас в плане заявлено... Количество 351 дом, который должен выполнить фонд капитального ремонта в этом году. За год. Да. 351 дом. Да, там какое-то э, какое количество домов было выполнено в том году, какое-то запланировано в следующем. Поэтому цифры плавающие и после утверждения уже корректирующей программы на 2023 год мы тогда можем с вами озвучить эти цифры и говорить конкретно, какие дома будут запланированы. Ага, Это ближе к концу года будет. Сейчас уже mm -hmm. рассматриваются вот эти уточнения, уже дали в том числе и нам поручение Министерства строительства Кировской области, чтобы мы дали свои видения по формированию программы на 2023 год с учетом, опять же, актуализации программы в рамках подготовки 650-летия, потому что у нас есть ряд домов, которые требуют переноса, и там администрация города сейчас этим занимается. Поэтому с учетом всех только что высказанных моментов, вот будем смотреть, какое количество у нас будет в следующем году. Так, подождите, тогда надо понять, откуда взялась вот эта цифра в 1118. Это были какие-то предварительные планы, или это общая цифра за три года, или это... Ну, это были предварительные планы, озвученные где-то в колуарах, может так сказать, с учетом всех переносимых с прошлых лет домов когда корректировалась программа, в том числе и на этот год, поэтому вот эта цифра, она вот такая немножко... Переходящая. Переходящая, да. Вот. И сказать, что останется она в этом объеме, увеличится или уменьшится, пока это преждевременно, пусть определенных работ, в том числе с собственниками тех или иных домов, будет принято решение и... Потом уже, когда данная программа будет утверждена, мы уже четко можем с вами говорить, какое количество домов в него попали. 350 домов в этом году, ну, 351. На... А сколько из них, это в планах, а сколько из них реально делается сейчас? На сегодняшний день в работе, включая те, которые уже выполнены, которые только приступили, где-то в серединке, где-то порядка 120 домов пока. Плюс еще разыграно еще порядка там, 40 контрактов. И остальные дома мы сейчас вот встречаемся в ежедневном порядке со всеми подрядчиками, которые... И зашли уже, а, прошли аккредитацию, попали в реестр, который еще планируется попасть в, ре, в реестр. Мы уже со всеми провели диалоги. И, собственно, практически все дома мы до конца года разбросали по подрядчикам. Да, То подождите, сейчас... подождите. Все-таки вот я уточню. Сейчас август на дворе, да? Да. 120 домов сделано, 40, вы говорите, треть разыграли. Треть примерно, <с да, запланировано. Нет, чуть меньше половины из 350, там 160. А остальные, получается, вы говорите, там мы разыграли. Нет, мы в данном периоде времени их разыгрываем, объявляем аукцион, какие-то подрядчики новые начинают выходить, а какие-то еще не выходят. То uh -huh. есть э, начинаем проговаривать с каждым домом индивидуально, отдельно, потому что есть, например, дома, которые очень отдалены от э, центра, от Кирова. Это наши регионы, это такие, как вятские поляны, например, uh -huh. где не такое большое желающих подрядчиков туда уехать, например, или там не знаю, Слободской район или Яранск, к примеру, где у нас тоже есть ряд подвижных объектов, которые желающих выехать прямо с Кирова нету а Поэтому... местные а местные компании или там нет местных компаний уже ну пока сложно сказать мы как раз и занимаемся в том числе порой с главами с, с точки зрения поиска данных компаний то есть у а, нас так. почему а подвисшие вот именно из-за того что подрядчик да, отсутствует отсутствует тут то, угу. то, то, только хотел сейчас как раз угу. перейти к этому моменту то есть по какой причине у нас мы сталкиваемся с тем что у нас идет ну, отставание, нет, от, а отставание плана. от плана, да, может так это правильно сказать, потому что а, с начала года у нас а, с фондом сотрудничает 28 подрядчиков из ну, порядка там, по-моему, 90, которые вообще включены в реестр. Это угу. те, кто проводит строительно-монтажные работы. То есть 28, ну, грубо скажу, ну, так, э, так называемых живых подрядчиков, которые на сегодняшний день работают э, с фондом, которые набрали для себя определенные лимиты, и за пределы этого лимита уже выйти не могут. Угу. То есть не хватает -то... количество объектов непосредственно, да. где они работают. Да, не хватает как и людей, так и мощностей, так и, может быть, в каких-то там отдельных случаях, даже и финансов собственных. Потому что, хоть мы аванс платим, но чтобы соблюсти. Всю проформу, надо там со собрать некий пакет документов, чтобы, собственно, мы были уверены, что подрядчики вышли на объект. А идеальным вариантом было бы, какое количество подрядчиков? 28 сейчас, 90 в реестре? Ну, хотя бы, если бы половину из этого состава, mm -hmm. да, там из тех же 90-х еще проснулись и пришли, сказали, да, мы готовы сотрудничать, то, в принципе, мы могли бы уже, оперевшись на те, которые уже существуют в реестре, мы могли бы закрыть эту программу. Вот. Ну, опять же, здесь не от количества зависит, а, например, от силы самого подрядчика. Есть подрядчик, который... А то, как, какими ресурсами он обладает, да. человеческими, Да, и да. Прочими, да. То есть, есть подрядчики, которые, mm. вот, ну, их масса сейчас, которые набрали по одному-по два домика, да, вот они их делают, и для них этот объем... Посильный. Да, а другие набирают по 10-20 домов, и у тех больше мощностей они могут, соответственно, себе позволить на больший размах ценовую политику, ну, как бы еще не видел подрядчика, который за год выполнял в рамках работы с фондом более 150 миллионов общей суммы контрактов. То есть это так тоже своеобразный потолок для некоторых наших подрядчиков. Угу. Поэтому здесь вот и, собственно, мы столкнулись с тем, с одной стороны, в том году, по том году, когда была чехарда с подъемом, с разницей цен, а те, которые Осмечены и заложены в проектные работы, и о тех, которые на самом деле существуют на рынке. То uh -huh. есть это первая проблема. Вторая проблема то, что там, соответственно, все предельные стоимости за этими ценами не успевали Подходить. Сейчас вроде эта ситуация тоже поменялась, и раньше подрядчики, может быть, и были в большем количестве, но из-за того, что вообще сфера строительства уже последние два-три года страдает очень сильно, и даже вот по разговору союза строителей они подводили сходную цифру, где там буквально пять лет назад в строительной сфере было задействовано около 14 тысяч человек, которые работали в этой сфере. То сейчас эта сумма чуть-чуть превышает 5 тысяч. То есть существенно угу. снизилось количество людей, задействованных в сфере строительства в Кировской области и вообще под А, стране это цифры по Кировской области мы говорим. Да, это цифры по Кировской области, но такие же примеры приводились по всей стране, то есть это не только... А проблема нашего региона, mm -hmm. это в целом по стране идет такая тенденция, то, что строительная сфера сейчас не особо привлекательна, и многие начинают переквалифицироваться, дабы искать более чет четкие условия там, оплаты труда mm -hmm. для своих сотрудников, нежели вот сидеть и ждать каких-то изменений законодательства, которые бы позволили выстраивать уже план на будущее. Так, подождите, тогда я не понимаю. Ну, то есть вот проблема есть. Вы как бы, как руководитель фонда капитального ремонта, ее видите. Эта проблема существует не первый год. Общественники ее тоже э, замечают и говорят. Зачем тогда закладывать в планы работы фонда капитального ремонта? И тут у меня вопрос, наверное, даже не к Виктору Владимировичу, а к Сергею Николаевичу. А объем, который все равно не будет сделан. Смотрите, все очень просто. Мы как раз про это и говорили, и выносили даже рекомендацию фонду. Сформулировать. Вот есть требования законодательства. И если мы в каком-то периоде не успеваем, этот э, такой получается как бы навес вот этого э, плана, он переходит, переходит, переходит. Есть э, у нас долгосрочная программа, есть краткосрочная. И... В силу особенностей законодательства вот эти вот получаются 1100 домов там. Дом. Поправьте меня, если я не прав. Плюс-минус. Плюс, и, да. и, и, и поэтому мы и сказали, что это нереально. Мы понимаем, что вы находитесь в ситуации, когда вы не можете подвигать дома в пределах той нормативной базы, которая есть, мы готовы были выйти с инициативой. То есть Фонд капремонта не может указать меньшую цифру, получается. Да, да. Ну, фонд капитального ремонта не совсем верно. Мы как исполнители программы. То есть, есть законодательная база, которая говорит о том, что утверждает на сегодняшний день данную программу Министерство строительства Кировской области угу. для региона. Угу. Соответственно, законом уже федеральным не предусмотрено изменение внесения в долгосрочную программу, когда она в свое время э, создавалось там в 2015-2014 годах то соответственно брался весь э, объем? объем домов это более 9 тысяч домов и он по расписывался всему да, У -у 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 -у. по всему региону и он расписывался по критериям по э, очередности по годам и как она была принята в 2015 году там ну да где-то в этот период то, соответственно, мы по ней сейчас и работаем. И вот сейчас вот уже несколько раз на уровне федерации выносились, в том числе от нашего региона, предложения о том, что дать хотя бы на места для, чтобы сам регион принимал решение о корректировке этой программы, угу. вот, с учетом там, технической необходимости домов, потому что есть э, такая ситуация, при которой некоторые дома, там, например, чистятся в 1933-1935 году, а у них течет крыша. Уже и сейчас. Уже сейчас, да, нужно, нужно при принимать угу. какие-то меры. Есть технология, позволяющая привести общее собрание, при которых там они стоят очередь, и в случае наличия экономии мы эти дома отремонтируем. Но это целый порядок, который занимать за собой очень долгое время и там очень много действий со стороны в том числе жильцов в первую очередь и вот это, эти порядки, есть предложение их упростить до минимума, чтобы сам регион принимал для себя решение. Есть, На протяжении кажется, нескольких лет, я так понимаю, есть это предложение, и до сих пор ничего не решается? Ну, да? все равно, сейчас вот даются ряд послаблений в законодательстве, и все равно жилищный кодекс, в том числе, он претерпевает какие-то положительные изменения с точки зрения, опять же, уже эксплуатации, в том числе, вот этого фонда. Поэтому я надеюсь, ну, может не в ближайшее время, но хотя бы в каком-то ближайшем будущем, какие-то именно изменения в части проведения и планирования капитального ремонта, они будут осуществлены. А много сейчас у нас таких случаев в регионе, когда жители домов действительно понимают, то, что находится здание объект в таком не очень хорошем состоянии, и нужно ремонтировать его уже как можно быстрее, а в программе 5-10 лет. И вот начинают люди бить тревогу. Много таких случаев сейчас. Много таких много, случаев, да. да получается? Получается. А, ну, здесь э то, что зависит от людей, когда мы четко понимаем, что. Только через протокол общего собрания. Mm. Да, в этом плане жители молодцы. Они оперативно проводят там совместно с управляющими компаниями, без них проводят такие необходимые мероприятия, после чего рождается протокол общего собрания. И комиссионно тогда администрация подтверждает правильность его проведения. Mm. Ну и, соответственно, дает потом нам указания для включения. В краткосрочную программу на будущий год. Ну, соответственно, из, наверное, 10 поступающих может быть там по дому даются отказы, потому что там не соблюдена форма, там еще что-то. Процессуальные моменты. Ну да, какие-то да. моменты, да. Вот. Плюс, сейчас на сегодняшний день. А, наверное, со следующего года, в том числе, фонд будет уже э, со своими сотрудниками ездить и предварительно смотреть дома, которые вообще подлежат ремонту. Потому что бывали случаи, их немного, но бывали случаи в старые периоды времени, когда у нас подходит дом к капитальному ремонту. Мы за полгода даем информацию, а информация печатается на обороты стороне квитанции по капитальному ремонту, о том, что, уважаемые жители, ваш дом в таком-то году, ну, в следующем году, соответственно, стоит в краткосрочном плане по ремонту тех или иных видов работ. И идет перечень. Просим вас... До, там, в течение двух-трех месяцев э, провести общее собрание и дать подтверждение о необходимости данного mm -hmm. вида работ. К сожалению, из э, 100% направленных таких уведомлений э, реагирует один, максимум два процента. То есть в этой Ничего части... Ничего да, Поэтому в этой истории, когда подходит время утверждения э, программы уже на следующий год, вот почему я говорю плавающие цифры. Uh -huh. То за жителей, за собственников принимает уже решение администрация. И путем своего там, постановления она утверждает э, перечень видов работы и конкретных адресов на следующий год. С учетом того, что нету... А, протоколов да, угу. общих собраний от собственников поэтому у нас бывают ситуации когда мы уже объявляем аукцион у нас определяется подрядчик он выходит на дом начинает проектировать а, те или иные ра работ и, и встречается с проблемой что жители выходят и начинают говорить что этот вид работы им не нужен им нужен другой вид работы из за этого стопорится а где работа вы раньше были да? То, да. Ну, так хочется спросить. а когда начинаем а, подходить уже а, и, исключить там, по проблематике данного дома, начинаем поднимать всю историю о том, что да, уведомление было, никто не среагировал, протокола нету, поэтому начинаешь уже вот ломать да, существующий контракт и принимать решения уже в рамках существующего контракта. И здесь подвисает история дома. То есть, с одной стороны, нужно по программе ремонтировать подвал, а по факту его ремонтировать не надо. Он надо нормальном фасад, рабочем, крышу, да. да надо ну, крышу и, ремонтировать внук, надо найти, ну, ну, ну да, да другие там инженерные угу. сети угу. потому что э, несущие конструкции фасад кровля подвал фундамент они у нас включены в комплексе и если у нас стоит например на следующий год или на этот год те или тельные дома которые подразумевают за собой ремонт фасада отдельно или кровли то он идет в комплексе работ обязательно кровля фасад фундамент подвал за исключением только тех видов работ которые были отремонтированы ранее Предыдущие года. Uh -huh. Поэтому эта практика существует с 17-го года у нас на территории региона, и я считаю, она правильна, потому что отремонтировав фасад и не сделав крышу, мы можем через два года столкнуться с гарантийными обязательствами по ремонту опять uh -huh. этого фасада. Uh -huh. И это, видимо, один из факторов, вот из-за которого собственно Один циф есть, циф да. циф циф цифры плавают все Да, время в том числе вот сейчас например уточняются. да есть вот э проблематика почему еще вот, еще предыдущие корреспонденты там, на ту неделю приезжали там брали интервью тоже задавали вопрос почему там говорить сначала одну цифру потом где-то фигурирует другая постоянно плавает ну во-первых опять же проблематика существует какая когда э ну, в первую очередь, мы уже проговорили, когда люди там не отголосовались и не подтвердили угу. виды работ. Другой момент, когда у нас э, есть спорные дома, о необходимости их проведения капитального ремонта на них. Это дома в основном там старые, где там, около, ну, подходит рубеж уже к 100 лет угу. этого дома. И когда уже у нас выходит подрядчик, то у него в техническом задании прописано провести обследование дома, о необходимость проведения капитального ремонта. И вот он по трем основаниям просматривает, если там износ идет более 70%, он уже нам дает информацию о том, что данный дом нецелесообразно проводить капитальный ремонт, потому что износ у него большой. Мы даем эту информацию месту администрации, собирается комиссия, и если признается дом аварийным, подлежащим исключению с программы, тогда вот этот дом исключается. Mm -hmm. Поэтому у нас в том числе и по этой причине тоже бывает уменьшается сумма. Есть, ну, количество домов. Есть еще фактор, влияющий на количество домов, проводимых э, в том или ином периоде времени – это дома-спецчетники То есть э, в свое время э, люди отголосовались по уходу на спецчет Управляющие компании У них кубышка своя, так у управляющей компании деньги закончились. Uh -huh. Когда обнулили спецсчет, этот спецсчет нести уже и вести за собой неинтересно. Они пишут письмо в фонд для того, чтобы фонд забрал обратно этот счет в общий котел. Uh -huh. вот. И с нулевым счетом мы дальше этот дом, ну, после соблюдения определенных, опять же, процедур голосования, мы этот дом включаем обратно в общую программу и восстанавливаем по тем годам видов работы, который он должен стоять. То есть, если он был раньше запланирован там на 23-й год, то он также возобновляется на 3 й угу. год. Да, как раз с этой даты вот. идет. И, а и, денег за... нет на этом. А же. денег нет, да. Это первый момент. А второй момент, то что по таким домам, по таким домам, э, так как люди, э, за, за людей администрация принимала решение самостоятельно по подтверждению тех или иных видов работ, то за те дома, которые в, э, в процессе перешли, они должны еще и подтвердить а, необходимость проведения этих работ. Поэтому мы от них еще зачастую долго ждем протоколы и uh -huh. Без протокола мы а, выйти на ремонт этого дома не можем понятно да, Поэтому здесь есть немножко Иначе такая... Иначе будут нарушены да, эти да, был... права граждан и все остальное. Сергей Николаевич, что-то добавить <как> хотите? Да, да, я есть. хочу добавить, что Виктор Владимирович много говорил про роль, собственно, старших угу. потом совета угу. он... Да, мы уж сколько лет об Жителей, этом говорим да. в наших и, программах. да И мы тоже постоянно угу. говорим о том, что угу. надо повышать уровень компетенций. И уж пользуясь случаем скажу, что в понедельник прошел оргкомитет, так. который принял решение, что 6 сентября, состоится городской совет старших по домам, uh -huh. на котором один из вопросов это как раз фонд капитального uh -huh. ремонта. Потому что действительно взаим... мы видим, что когда совет дома взаимодействует с управляющей компанией, с фондом капитального ремонта, и фонду легче работать, и результат получается всегда лучше. Поэтому вот это... Маленький анонс. Да, пытаюсь обратиться к старшим по 18 плюс угу. возрастное да. ограничение мероприятия <если ключей>. для Роскомнадзора. Да. Что-то в этом направлении, направлении делалось, ведь уже не фондом, в том числе общественного контроля. А Собирали старших с... по домам, И обучение было там что-то... Так, понимаете, во-первых, старшие по домам э, меняются. Во-вторых, э, нормативка меняется, и, М -м. правила игры меняются. Ну и, в общем-то, да. И я помню, что в том числе с нашей помощью как раз в принятии актов, участия и подпись общественников, это, в общем-то, в том числе и наша заслуга. Так, возвращаясь все-таки к, к, к планам по капитальному ремонту. Проблемы понятны, да, вы их озвучили. Теперь давайте к цифрам, которые связаны с юбилеем. Двести сорок два квартирных дома планируется отремонтировать. Это если мы говорим про Киров. Да. Юбилей у нас через полтора года, даже меньше. Из них двадцать три объекта культурного наследия. На этот год, то есть на этот, вот сейчас двадцать й запланировано сорок шесть домов, остальные в двадцать третьем году. То есть это такая же картина получается, как с 1118 домами. То есть, вот эти двести сорок два дома они точно будут отремонтированы к юбилею или все-таки нет? У нас, во-первых, хоть и не за горами, но время есть. Так. Вот. 242 дома мы на сегодняшний день, встречаясь с разными подрядчиками, уже распределили их роль и участие в этой программе. То есть мы сейчас, конечно же, хоть и не делим, тот дом от этого, все дома надо доремонтировать. Но все-таки сейчас было в приоритете решить вопрос с закрытием программ 650-летия. И на сегодняшний день, ну, у меня осталось буквально там 20 домов из общего списка, которые пока у меня нет понимания с подрядной организацией. А что требуется тут в первую очередь? Нет, а здесь не -то, то, что вышел. требуется. То есть у нас на сегодняшний день пока договоренность на пальцах. То есть это О. в основном угу. дома уже следующего года. И сейчас вот мы планируем уже к объявлению аукционов поэтому многие подрядные организации в том числе которые сейчас проходят аккредитацию они побывали все в моих кабинетах с участием моих заместителей профильных специалистов они уже съездили по всем этим объектам и дали предварительное одобрение о возможности э, выполнения этих работ в следующем году. Mm -hmm. То есть поэтому у меня есть э, перспективный план по реализации, в том числе 650-летия в следующем году, с разброской по закреплению конкретных подрядчиков. То есть Вот этого э, числа подрядчиков, которые сейчас имеются, 28, вы сказали, этого достаточно для осуществления вот этих планов? Mm -hmm. Ну, там в том числе и э, сегодняшние подрядчики, которые трудятся, да, вот на территории Кировской области mm -hmm. из 28, там может быть с десяток, которые изъявили желание э, отработать эту историю. А так, 10 у нас, подрядчиков в Кирове, мы ну, имеем в виду, ну, да? Ну, плюс-минус. Плюс, -минус, плюс да. у нас а, сейчас, которые заявляются, там есть крупные из других регионов подрядные организации. Вот как раз хотел там, уточнить, 50, это, это ведь, это ведь не только кировские, да, компании имеют право заходить, да? Да. То есть у нас сейчас с разных регионов а, приезжают ребята с Самары, с а, Ивановской области. Вот ко мне приезжали три крупных подрядчика, которые работают с Ивановским фондом капитального ремонта. И ну, все озвучивают одни и те же проблемы. Да, и они видят то, что отношения фонда Кировской области поменялось по отношению в том числе к и подрядным организациям, то есть сам руководитель для них для многих чуждо, то что сам руководитель со всеми общается, mm -hmm. что проводит какие-то встречи, разъяснительную работу проводит, то есть э, готов участвовать там э, в разъяснениях э, работе с со собственниками, потому что многие камни преткновения, почему отказываются работать с фонда, потому что подрядчик остается один на один с управляющей компанией и с собственником, mm -hmm. и когда есть понимание, что собственнику надо выполнить именно ремонт там, фасадок. И он не начинает там влазить внутрь и говорить о том, что почему там применил такой материал, не такой материал, почему-то здесь два метра замазал, надо три метра замазать. Ну, по-разному то в этом случае подрядчик отрабатывает сроки, а когда начинают претензии со стороны управляющей компании о том, что вот мне надо для дальнейшей эксплуатации подвала залить бетоном полностью подвальную плиту, которая изначально не была предусмотрена, здесь уже начинаются споры, потому что это не заложено проектом, это выходит за пределы предельной стоимости uh -huh. и это не является видом работ капитального характера. Ну зачастую как раз в такие конфликтные ситуации, когда происходят, люди отказываются понимать. То есть мы деньги платим, вы должны делать. Но в то же время у нас есть контрольные органы, в том числе прокуратура, которая, ну, довольно часто выходит на объекты и смотрит ну, применение. Соответствующие да, компетенции они уже. имеются, конечно. Так, да. так подождите. Значит, во-первых, я видела, что Сергей Николаевич качал головой, когда Виктор Владимирович говорил о том, что хватит достаточно подрядчиков. Не хватит подрядчиков? Ну, вот смотрите, чтобы точная была фраза, да? Было сказано... Текущих подрядчиков хватит, угу. и текущих, текущих, не текущих хватит, точно не хватит. Текущих точно да. не хватит. Но вот да. сейчас, вот можно я перебью, да, вот у нас на сегодняшний день проходит аккредитация с окончанием по-моему, 12 августа. Вот я знаю, что на нее заявилось из тех, кто ко мне приезжал, подрядных организаций, их порядка 26. Еще? Еще. То есть еще в два, два раза рост, да, Да, то есть манируется. именно в угу, два раза рост нет, от тех, 26, кто работает. Это 26, это которые заявились именно на юбилейные вот эти работы. Это те, кто заявился по аккредитации, что чтобы встать в реестр. А, в целом. У нас специфика угу. работы подрядных организаций с фондом ⁇ это чтобы выйти на аукцион и отыграть этот аукцион, получить его, начать работать, надо попасть в реестр квалифицированных подрядных угу. организаций. С одной стороны, это большой плюс, с другой стороны, при сегодняшней экономической ситуации в стране это, наверное, большой минус. То есть мы тратим порядка полутора месяца для того, чтобы а, аккредитовалась компания, и после этого могла только заходить на аукцион. Соблюсти и, все эти Да, ну, и сейчас необходимо. вот э, драгоценное время летнего периода мы угу. просто теряем, потому что компания не может фактически выйти на объект. Не может начать работать. Да пока не встанет в реестр. Но закон есть закон, и, естественно, мы его соблюдаем. И на сегодняшний день все, кто пройдет аккредитацию, буквально на следующий день они уже могут отыгрываться и забирать объекты. Угу. На рекламу убегаем, Пора. вернемся да. и продолжим. Еще раз напомним, кто у нас в гостях Виктор Тарасов, генеральный директор фонда капитального ремонта Кировской области, и Сергей Улетин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ общественной палаты нашего региона и председатель общественной палаты, вот сейчас как раз заговорили в перерыве на острую тему, что же непосредственно будет ремонтироваться, да, к 2024 году. Если То, мы про Киров если говорим. Если мы про Киров говорим, и не, оттяли, не оттянем ли мы тем самым, в том числе, силы от других домов, да, которые тоже нуждаются в срочном ремонте. В общем, 242 квартирных дома планируется отремонтировать к 650-летию Кирова. Сколько из них это история с фасадами, Виктор Владимирович? Ну, в основном все они идут с историей фасада, потому что это все комплексы, это кроля, фасад, фундамент, подвал. То есть в каждом примерно надо делать столько работ, да? Только работ, да. Одно идет с другим. Опять же, за исключением тех видов работ, которые были сделаны ранее. То есть есть дома, где просто надо сделать фасад, потому что крышу сделали там в 2017 году, и нет необходимости опять повторно проводить капитальный ремонт. Так? Ну и давайте обозначим, у нас такое название получило это все золотой квадрат, да? То есть конкретные дома, конкретные дома в определенном... То есть вот, от Вятки вот, до Октябрьского проспекта. Вот, с одной стороны профсоюзная, с другой милицейская. Ну, то примерно так, да. Такой... То есть это центр города получается. Да, то есть Серьезно есть еще дома, которые ну, тоже подлежат капитальному ремонту в рамках 650-летия. Это улица Комсомольская, которые дома смотрят там на вокзальную площадку. Ну, железнодорожный uh -huh, вокзал, uh -huh. да. Uh -huh. ворота, uh -huh. да, воротах Поэтому Да, поэтому там есть... По, на что тоже обращ, обратили внимание там дом или по-моему два дома которые напротив э, завода Лепсы стоят то есть они немножко а, я поняла, за, я поняла. за пределы Если, а это тоже исторические такие <как> да застройка да, да, еще да, да. поэтому как бы да есть вот э, так называемый э, золотой квартал который как раз и является сейчас э, объектом выполнение 650-летия. И, и в следующем летом, я так да. понимаю, он весь будет в лесах? Ну, по теории, да. Если, Если найдутся говорим, подрядчики? Ну, они уже нашлись. Львиную долю домов мы закроем. Вот, ну на сегодняшний период. Uh -huh. есть, если не случится ничего экстренного, не подражает материала в ну, 150 раз. Если да, если только не случится, что случилось в 2020 году, uh -huh. и когда все были вынуждены на пандемию разъехаться по домам и не выходить строго настрого, тогда И контракты да, расторгались. И из-за этого mm -hmm. контракты расторгались, mm -hmm. потому что сроки упадали, да, и там из-за этого все и пошло. То 100%. есть вы верите в то, что если все будет в порядке, ну, не будет никакого, условно говоря, форс-мажора, то подрядчики справятся? Да, я считаю, Вы да. верите? Я в это верю. Сергей Николаевич, вы верите? Ну, доверяю. Нет, ну, но я понимаю, что это такая эфемерная очень категория, но, там, верите, не я, верите. Я, я на самом деле... Так. Но в любом случае что-то должно быть сделано. Да, сколько это будет сделано? К 2024 Полный объем я быть. очень сомневаюсь. Мы, э, вот чувствуете, вот мы сейчас говорим, да, чувствуете, как квадратный метр в этом квартале начинает дорожать. У меня другая мысль пришла. Людям из этого района придется разъезжаться на ближайшие полтора года, чтобы быстрее это давайте понимать вот на то, что пока не проговорили. Все-таки мы в первую очередь говорим о тех фасадах, те дома, которые выходят на красные линии. На центральные улицы. На улице. Это все-таки не 100% домов в этих кварталах. Во-вторых, я с точки зрения плана Б, считал бы, что было бы неплохо. Часть домов, которые... Фасады требуют ремонта, но не подошли к капитальному ремонту, все-таки у нас никуда не делся текущий ремонт, и может быть подойти к, этой, к, этой, к этому э, списку, и может быть его несколько уменьшить за счет текущих ремонтов. А вот сейчас Если... управляющие компании не порадуются. Управляющая да? компания должна конечно, конечно. конечно сделать, причем, да? причем управляющие компании за последние годы четко выучили, что на все обращения жителей, а когда нам когда мы отремонтируем фасад, они говорят: так сейчас у нас же капитальный ремонт, ждите, хотя деньги-то и на текущий ремонт закладываются. Конечно, угу. здесь Соглашусь полностью, И у нас есть уже ряд домов, вот, где подрядчик вышел, проектирует фасад. Ну, так получилось, что мне принесли проект на рассмотрение. И из всего фасада надо отремонтировать 2 квадратных метра с одной стороны, 2 квадратных метра с другой стороны. И... Нецелесообразно запускать процедуру капремонта. Мы сейчас с администрацией ведем переговоры о том, что мы не видим целесообразности. Это текущий ремонт, это должна сделать управляющая компания, обслуживающая данный дом. Кровлю мы сделаем. Я буду встречаться с собственниками по этому дому буквально уже на следующей неделе для того, чтобы они приняли решение об исключении этого вида работ. Он не нужен. Зачем? Зачем тратить деньги фонда на те виды работ, которые не нужны? То есть мы опять возвращаемся к той проблематике, uh -huh. которую я уже озвучил. И я думаю, мы как раз за счет этого многие фасады-то и поубираем, там, где просто требуется текущий ремонт, просто поддержание. Ну, ну, опять а же, оценивалось... Опять же необходимо изучение, вот это... оценка, то есть детальное... Про процентное да. соотношение, сколько домов можно сделать силами управляющей компании, а не фонда капитального ремонта. Ну, честно, такой оценки пока не проводилось окончательно. Сам периодически же смотрю эти объекты. Угу. Но ну, то, что я вижу, то там да, там нужно проводить капитальные работы. Понятно. Да. понятно. Но у нас есть и по Казанска, например, где фасад уже отремонтирован силами там, собственников несколько лет назад. И в принципе, если его там немножко подретушируют, то в принципе можно К и Юбилей отделаться. он переживет. Да, то есть, опять же, у нас есть ряд. Там, членов комиссии, которые потом будут принимать решение: нужен он капитальный ремонт на этом угу. доме или не нужен. То есть здесь, вот есть определенная бюрократическая а? составляющая. Да. Но, тем не менее, это не так долго, это довольно быстро все принимается, все эти решения. Сейчас самое главное утвердить программу на 2023 год и понять Есть объем. ли у нас подрядчики? подрядчики на тот объем уже работ, есть, да. есть? На сегодняшний день есть, они идут, готовы уже новые приходить компании, которые не попали в эту аккредитацию, ждут уже следующую. То есть, на самом деле и возвращаются те компании, которые раньше работали с фондом и с 2020 года прекратили работу. То есть это тоже хорошая позитивная тенденция по возврату тех подрядчиков, которые уже состоят в реестре. Сергей Николаевич. Мы с Виктором Малаевичем, я не знаю, почему он про это не, не, это, не говорит. А мы, в общем-то, не часто фонд капитального ремонта хвалим, а на последнем заседании сказали, что так-то они молодцы. Они нанесли те дома, которые будут делаться в рамках подготовки к юбилею, на интерактивную слой, на... интерактивную карту. Да, вот, вот карта да. Яндекс. Вопрос информативности. При... Причем, э, угу. это, это же сразу снимает вопросы, а мой дом попадает или да, нет, да, да, да. это хорошая история. Вторая история. Мы просили по возможности в том числе выкладывать фотографии до и после. Иногда угу. забывается, как, как это жили. было. Да, и как... То есть, вот это очень а, хорошая история. А, 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 а где подскажите, где-то можно посмотреть? Ну, пока ее посмотреть нигде нельзя, она еще с доработки. Я так понимаю, когда будет уже обратный отчет дан старт подготовки 150-летия, да, вот он уже не за горами буквально там в конце месяца, uh -huh. то мы анонсируем, соответственно, эту карту. 1 сентября вроде обещали да. нам вот да. эту историю. То есть 1 сентября примерно вы анонсируете, где можно Ну, быть. примерно к этой дате. Куда да. заглянуть. То есть я ее пока не могу дать по разным объективным uh -huh. обстоятельствам, потому что запланированные дома, они еще, ну, скажем, в актуальной программе еще не внесены. То есть есть ряд мероприятие, которое должна завершить та же администрация города. И у нас пока остро стоит еще вопрос с домами, которые находятся на спецчетах. То есть там mm -hmm. тоже порядка 25 домов, либо управляющая компания находит и изыскивает денежные средства и ремонтирует. Потому что они попадают в эту программу, либо же они принимают срочно решение для себя по переводу в общий. Обратно. Котел, да. ну, а вообще, я считаю, нужно какой-то единый ресурс да, создавать в интернете по подготовке к 650-летию, где все, все нюансы можно будет узнать, посмотреть, то есть и какие дома ремонтируются, какие мероприятия, какие еще программы будут реализовываться. Ну, так, по крайней мере, в других городах делается. Да. Когда, да. Значит, все-таки ну, вот от хорошего, опять же, я к ну, проблемам, извините. История с тем, что вот эти вот дома, которые будут ремонтироваться к юбилею, не вернется ли тем для жителей всех других домов, которые не на красной линии, что они останутся без ремонта? Нет, совершенно нет. Все дома, которые составляют программу 22-23, 22, -23, 22 -го года, 23 -го года, они тоже параллельно идут в исполнении, поэтому у нас есть графики и производство работ по тем контрактам, которые уже отыграны, и есть графики по поиску тех же подрядчиков, когда мы опубликовываем аукционы. То есть в любом случае, по всему объему, который запланирован на этот год, у нас ведется работа. Просто отдельно выделено как раз программ 650 лет. Ну и не надо забывать о том, что более 20 объектов культурного наследия следующий да, попадает во всю эту историю. А, это, а это <coughs> очень большая сложность. Да. То есть там а это обычный допуски, подрядчик определенный не зайдет уровень подрядчиков, да, разрешающие ну, вещи и так вы, далее. Я понял. Да, благо у нас в реестре аккредитованных организаций уже есть, в принципе, достаточный пол таких подрядных организаций, имеющих определенные. Навыки и определенные допуски uh -huh. по видам работ, и с некоторыми из них я уже веду переговоры, и буквально там на днях должен тоже приехать подрядчик, который уже включен в реестр лицензии, он сам юридический адрес находится в Самаре, uh -huh. и ребята заинтересованы, готовы на весь объем выйти. То есть, на все говорят, на все 23 дома. дома То есть да. одна организация. Ну пока с двумя ведем переговоры, может быть разделим Пополам. по количеству домов, да, но может быть кто-то еще. А Общаться, заявится. конечно, с одним подрядчиком, наверное, удобнее. Да, ну нежели, конечно, нежели. Но их а много. с другой стороны, он ну, не наш. Где его потом? Ну, — А у нас наших и нету. А — -а -а. И снова план Б. Так. B, вот да. Так. Предложение. По, Стритово, но, смотрите, по я... культурным, да? По, по объектам культуры, конечно, можно. Те дома, которые, ну скажем так, пограничные и культурным наследием являются ну, достаточно относительно, экспертиза за 300 тысяч рублей, если мы понимаем, что э, этот статус может быть с этого дома снят. Угу. И это не значит, что этот дом после этого надо сносить. Это значит, что совершенно по другим требованиям и совершенно за другие деньги его можно ремонтировать. В некоторых Дешевле? Это, да, в некоторых случаях это оправдано, и вот в эту историю точно надо смотреть. Mm -hmm. Подождите, вы сказали экспертиза за триста тысяч рублей, это значит что, то есть с каждым домом должна быть проведена экспертиза, которая столько стоит, или вы имеете в виду, mm -hmm. что как раз не надо проводить такую Нет, экспертизу? Нет, вот как, как, как раз лучше заплатить триста тысяч, снять статус э, дома. Культурного... Это с каждого дома триста тысяч? Да. К сожалению, да, но стоимость ремонта может окупить несколько раз эту сумму. А, то есть вы говорите о том, что, может быть, не стоит э, утверждать статус объекта культурного... Не так, статуса. снять. Снять статус. Снять этот uh -huh. статус можно путем проведения экспертизы. 300 тысяч да. за каждый дом? Да. Ничего себе. А деньги откуда? Эти по 300 тысяч на дом... А вот э, сра сравните сметы на культурное наследие и на обыкновенные дома, mm. вы поймете, что они с лихвой перекроются Сергей Николаевич, mm. давайте вы сравните, вы знаете, наверное, Я примерно. Не не ну, вот ну, ну, да? ну, какой порядок цифры? 2, 3, 4, 5 раз. Ну, мы то, мы немножко 30 секунд, если, если 30 обладаете 30 такими сведениями, то. Ну, как мне объясняют наши коллеги из других регионов, которые уже не один год делают объекты культурного наследия mm -hmm. в рамках капитального ремонта. То есть мы говорим, что у многих ну, простых жителей да, вот, бытует мнение, что это реставрация, это не реставрация. Mm -hmm. То есть если мы бы говорили про реставрационные работы, да, это в два-три раза дороже от обычного ремонта. Mm -hmm. Но мы идем в рамках капитального ремонта. И а, цены, они, в принципе, будут теми же. Единственное, там будет удорожание там, самого проекта. Да, потому, я прошу, что... я прошу прощения, все-таки порядок цифр сколько? Два, три, пять вот миллионов. Два, три раза. Ну, если мы говорим про фасады, в среднем дом, вот, пятиэтажка, ну, где-то в среднем от трех до пяти миллионов. От трех до пяти да. миллионов, 300 тысяч экспертиза. Я прошу прощения, просто нам надо с вами сворачиваться, звукорежиссер нас уже поторапливает. Спасибо большое, будем Спасибо. следить. Спасибо, будем надеяться на то, что еще встретимся, да, и обсудим эти темы. В... Виктор Тарасов, фонд капремонта, Сергей Улетин, Центр общественного контроля в сфере ЖКХ. Первый час разворота завершаем. До свидания.